Друзья, всем привет! Вы на канале Сельчанка в Америке. Насобиралось у меня немножко так посылок из ТикТока. И я хочу показать вам. Я на ТикТок само собой засняла рекламу, а здесь просто вам хочу показать. Так, начнем с того, что вот сегодня прислали пылесос. Очень быстро, друзья. Заказали мы его вчера. Я не знаю, где он был так быстро. А пришла посылка сегодня. Представляете, вот такой беспроводной. У нас уже один есть, белого цвета. Ну просто не нарадуемся. Очень классный. Легко пылесосит, друзья. И плитку, и ковер. Собирает весь мусор. И что самое главное, что он без шнура, без провода, ты просто себе ходишь где надо. И по ступенькам очень удобно, потому что у нас на снизу есть ступеньки на низ. То очень классно. Не нужно пакеты никакие вот покупать, здесь мусор. Запасной фильтр есть и вот такие щеточки дополнительные, чтобы, может, сильный ветер. Ну, всякие плинтусы, знаете, или сверху, снизу можно. И вот зарядное к нему. В резетку и вот эта штучка сюда, вот здесь, вставляется. И он заряжается. И то, что, друзья, кто-то говорил, что, ну, может быть, у кого-то очень большой-большой дом. Или вы его не зародили. Ну, сколько мы пользуем, пылесосим, нам всегда достаточно заряд. Так что я очень довольная. Так, Мурулька. Держи, или я его сразу вот так и вот так нужно будет собрать. Так, стоит он, друзья, сейчас $60 на ТикТок. Заходите на мою страничку, мы отметим ее и можете заказывать цветочки мои. Так, дальше у нас идет трактор. Экскаватор. Это для детей просто находка. Но он идет как бы из 6 лет. Этот экскаватор, мы его покупали. Он нам нам ТикТок подарил, друзья, такие купоны, что этот экскаватор нам вышел $3, а стоит 50. Так. Наверное, сильный ветер. Я поставлю сюда поближе, чтобы вам... Ну... У нас была гроза снова ночью. Это снова я вижу такой ветер поднялся. Прям. Так, трактор, друзья, очень классный. Есть у нас их два штучки такие. Но я их держу на подарочки, потому что племянников у нас много, слава богу. Вот так. Есть всякие там машинки. Это для детей просто. Это если Давид был маленький, игрался. Он на пультом управляется. Вот смотрите, какой классный. Какой же класснёчий. Тоже зарядка на сюда, на пульт идет такая с батарейками. А сам трактор, то вот такое зарядное устройство. Не надо батарейки. Смотрите, даже человечек там сидит, видите? Классное такое. И всякие машинки. Ну, пока у нас вот такой экскаватор. Там есть машинки такие, что... Так, двери. Вот, мотор открывается. Вот. Что-то нужно починить. Вот так делают. Та-ра-рам. И я сейчас покажу, как он работает. Так, это нам нужно поставить... Я думаю, на пол, чтобы он не упал. Вот так. А, здесь надо, наверное, включить его. Да. Так. Ой. Смотрите, как классно.
Да, набирает песок. Вот так. И высыпает в машину. Это такая программка. А здесь есть такие вот штучки, что нажимать. Вперед ехать, вперед, зад, выгружать, все такое. Ну, хорошая игрушка, да, это подарок такой классный. Детям что нужно? Детям одежда не нужна. Детям нужно игрушки только, все. Потому что одежду покупают родители, само собой. Все, достаточно, спасибо. Так, и следующая у нас посылка. Это такие, друзья, идут сальнички. Соль, перец. Я его красивенько на место поставлю, чтобы он был, чтобы он имел товарный вид, был запечатан и новенький. Так, это мы потом соберем. А сейчас вам третью посылочку покажу. Так, ну можно оставить, потому что короче. Чем они мне нравятся? Чем они мне нравятся, друзья, что они тоже без батареек. Не нужно сюда зарядки. Ой, батарейки дай. А вот так заряжаются они. Представляете, как классно? Это просто вам. С подсветкой. Сюда насыпаете соль, перец. И вот мерка, насколько вы хотите, чтобы мелко вам он помолол, измельчил, видите? Хотите, вот такое будет крупное, мелкое. И что еще? Вот такая, друзья, подставочка. Они стоят на такой подставочке себе. Все. Та-ра-ра. И вот зарядочка к ним. Вот так заряжается. Зарядил себе одну, потом вторую. И замечательно. Представляете? Так что я довольна. Мне нравится. Есть у меня. У меня есть такие, что до этой поры я пользуюсь на батарейке. Она тоже не долго работает. Надо родителям ее отдать. А то у них так в коробочке стоит соль. Это очень хорошо, когда я люблю, чтобы такая мелкая была, знаете, под рукой, как говорится, всегда. Так, то это еще нужно делать рекламку на эту сальничку. Ну, я вам так быстренько показала. Так, бумажки всякие туда. Сколько стоит, не помню, или 30, или 40. Не знаю, даже не знаю. Ну, мне на рекламу. Так что вот так, друзья, вот такие посылочки. Ну, пылесосом я очень довольна. Такой красивый цвет, так похож на Дайсона, да? Но классный, очень классный. Не знаю, меня работает замечательно. Так что легко заражается, не надо пакеты, не надо шнур, не надо, ну... Муруля со мной все время. Помогает мне, да, Мурулька? Молодец.
Друзья, приходила только что проверять мою дамочку. Сейчас покажу. Ой, нету у меня такого средства, чтобы проверять яйца, знаете. Вот сидит она, я ей там застелила, большой ящик приложила. Потому что она села сначала в маленький такой, честный. Ну, такая хорошая квочечка у нас. Девочка такая, мамуля. Ну, яйца горячие, не знаю, я... Кумы пришли, кумовья пришли. Давайте выходите, вы что же, крестные? Кыш, 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 кыш. Кыш, хотя здесь вот там еще есть отверстие, они выйдут. Это уже крестные. Крестные пришли. Да нету еще детей, нету. Ой, не могу. То, не знаю, будет там что, нет. Вот так слушала на ухо, то еще пока тихо, ничего не буду. Сколько яиц? 11 или 10? Не знаю. Ничего не буду выбрасывать, пускай сидит. Там будем уже, как начнут лупиться, то будем тогда уже смотреть, есть что. Если будут оставаться какие-то болтуны или что. Выпустила курочек на дедушкину траву. Какая красивая она здесь. Еще вот уже дедушка у нас там картошка. Нужно убрать ту яму, ты все хотел. Видишь, как некрасиво там. А ну, нужно то все исправить уже, чтобы было красивенько. Что, лавандочка моя, что? Цесарунечка моя, цесаренька. Да сколько можно снимать те куры? Одно и то же, конечно же. Сколько они у меня будут, столько мы будем их и снимать. Потому что они мне красивые такие, да? Красоточки, они же у меня не на один день, а навсегда. Ой, как кушает, как вкусненько, цесарунька моя. Видите, как ест? Это моя жизнь, друзья. Вот я и снимаю такую. Так я живу. Работа, магазины, дом. Так. А, тут червяка нашла. Колбасу купила. Ну, кушай, кушай. Куры, гуси. Вот мое хозяйство. Так я живу, да. Есть у меня смородина, друзья, которая раньше, ну, еще недельку, я думаю, можно уже будет собирать. Хотя, может быть, уже. А есть поздняя такая, попозже, которая еще красная такая, светлая. А, курочкам нужно насыпать. Думаю, пойду проверю ту госпожу свою. А то, кто его знает, может быть, там уже дети. Может быть, там уже хрестины делают, а нас не зовут. Но винограда у нас будет в этом году, даст Бог. Этот очень вкусный. Очень. Он так взялся хорошенько. Был такой, вот так, одна веточка такая была. А сейчас вот такой уже веночек. Он зелененький. Карабас-барабас пришел. Ну, кто... Так, подписчики мои самые лучшие. Кто посмел назвать нашего гномика жирным? Кто вам дал право, да, гномик? Мы таких комментариев не потерпим. Сразу в блог. Кто назовет нашего гномика жирным? Ну, мало не покажется, как жирный он. Да, кто-то писал, у него кость широкая. Да, гномик мой хороший. Конечно же, нельзя так говорить на такого человечка. Куры боятся его, видите? Даже куры боятся такого гнома. Угу, и что там? Что там? Давай, давай, вот так, вот так. Ну, есть хорошо. Так, идем возьмем ведерко и насыпем вам зерна. Уже открыла они вот там. Поедят, пушистик беленький. Да не бойтесь, это же наш гном. О, даже Рекс, Рекс, да ты же с ним спал. Вот в том сарае вместе с гномом, когда малявкой была. Вандуля, что гнома не узнала? О, вот на тебе, друзья мне. Вот этот стоит. Что ему? Хвост поднял. Боюсь я вас, да, гномик? Молодец.
Идем возьмем вот такое ведерко и кукурузки насыплем. А, вчера сопала, друзья, огород. Подвязала помидорки. Какие-то жучки кусают, малювки. Несколько не хватило, вот. Несколько, это до 20 кустов. То Гена мне колочки такие убил, и я подвязала их просто так вот. Вот так будет. Это укропчик тут оставила. Капусточка. Вот те огурцы, которые не взошли. Спасибо за песню, красиво. Ну, как бы, друзья, как будто бы я с ней, здесь с собакой стою. Вы представляете? Так боятся гнома. Молодец, гномик. То это те, которые пересеивала. Вот вчера сопала. Хорошо, друзья, что хотя бы выбирала сразу бурьян, потому что ночью был дождь. Может быть, опять будет. Ну, хотя сейчас прохладненько, то я не думаю, что будет. Смотрите, какая мокрая, хорошая земелечка у нас. Лавандочка принялась. Видите, вот там и вот возле этими перцами. Такой маленький кустик. Его не видно. Вот там вот две веточки. Так, то пускай растет пока там. Вот так. И это те огурцы, которые сеяла после этих. Ну, вы поняли, после тех, которые не взошли. И вот один рядочек я не посыпала вчера, потому что с огурцов перешла на цибульку, с цибульки перешла на цветы. Вот рядочек посыпала, там уже один зацвел у меня цветочек, мой майорчик. И они низкорослые это. Я на бесплатке взяла, помните, семена? И вот посеяла. То я помню, одного года я сеяла вот там, возле клумбы. Тогда еще не было у нас там камушек тех, а была клумба такая. То такие были, друзья, майоры, ну, выше колен, очень высокие. А это, я вижу, низкорослые такие. Вот, то я, как зацветут у меня будет здесь красота у меня в огороде. Такие два рядочка будут цветочков моих красивых. А зачем цветы в огороде, да? Ой, ну, затем, чтобы радовали глаз. Если вы не знаете, зачем цветы в огороде. Свекла, смотрите, какая красивая у меня взялась. А редисочка еще маленькая. Ай-яй-яй, стрелки не вырвала. Еще не вырвала стрелки. Ну что ж, на работе было. Пускай еще растут. Так. Что, гном, будешь мыши ловить или нет? Или ты дружишь с ними? А? Дружишь? Или не дружишь? Видите, друзья, какой был дождь. Вот сколько воды. Что там, гномик? Нашел кого-то? Ой, будто бы. Смотри, а то оболью. Не пугай меня, потому что я боюсь мышь. Так, тут-то есть. Куры, не смешите меня. Да, так что думаю я, что что-то с тех цыплят что-то будет. О, смотрите, эта бочка стоит. И вот столько налилось воды. Дождевой. Гномик, отойди. Отойди, гном. А то еще, если еще какая-то... Будто бы... Ой, гном, смотри. Будто бы там кто-то был. Да, ох, какой шустрый. Поймал кого-то. Ой, гном. А то еще курица, если запрыгнет в бочку, она же утонет. Вот так. Пускай она убирает. Я перевернула. Все, идем курочки насыплем вам. Соберем яйца. Гусыня. Гусынь, да. Одна лежаночка для меня. А другая для гномика. А чё?
Он не будет на том лежать на траве. Сами лежите на траве, да, ну. Куда ту жопу пушистую? Нужно на мягкой. Намик. Красавчик. Картинка наша. Ох, друзья, сегодня я была на работе, приехала с работы. Сделала две рекламы на ТикТок. Отсняли. И вот отдыхаю. В огород сегодня не пойду полоть, потому что мокрое оно. Пускай растет бурьян, ничего страшного. Оно же тоже хочет расти. Фух, немножко отдохнул. Да, Номик? Уже у нас вечер, уже у нас 8:22 вечера. Так. Всем доброго вечера из Мичигана. Мы с Номиком лежим, отдыхаем с нашим пушистиком. Да, Номик? Номик? Китюня? И Муруля тут в гости к нам пришел, но что-то... Ну, Номик уже место занял пока что. Одно для меня, одно для кресла для Номика. Смотрите, просто лег как человечек. Еще и дремать будет. Да, что, полежим. Я на солнышке лежу. Да, Ном? Хотя солнышка здесь сейчас нету, уже у нас вечер, 8:30 вечера. Этот все что-то нюхает. Что ты там нюхаешь? Оно было на дворе, на дожде, уже высохло. Что там занюхал вкусненькую мышку или что? Ну, Номик красавчик, цесарка там бегает. Потревожил нас. Кто-то нас потревожил. Мы тихонечко лежим, а кто-то тревожит нас. У нас сейчас, друзья, 8:30. У нас еще светло. У нас темнеет в 10:00 вечера. Муж вот вышел, еще косить будет. Возле дома, возле деревьев всякое такое оббивать. Ну, сынка наша. Еще ходит. Курочки наши сейчас еще ходят. Покажем, здесь гуляют они у нас. Я открыла им двери, чтобы они поели салатика. Павлинчик наш уже дремает, хочет спать. И павлинка. Павлинка моется, чистится. Вот так. Курочки у нас гуляют на свободе. Уля! Уленька! Уля! Усынька! Усынька моя! Усыня! У нас, друзья, поломалась косилка, трактор, тот, что косит траву. И в магазинах нету запчасти, только в интернете. Ну, это займет несколько дней, чтобы ее прислали. А трава очень быстро растет, вот такая большая уже. Дожди идут, и нужно косить. А кто ко мне пришел? Ой, Уля, Уленька! Уленька, ой, моя красавица. Кушай салатик, кушай, а то сейчас уже ночка, спать будешь. Угу. Козлики там у нас пасутся. Так. Хорошо у себя дома, когда есть дом, свой участок. Спокойно, тихо. Гномик под боком, да, ой. Ой, Ном, что такое? Что там увидеть? Так, там холодно, пришел сюда ко мне. Давай, ложись, мой хороший, давай.
Опа, молодец. Вот так. Здесь лучше, конечно, возле хозяйки лучше, да? Будем наблюдать, как кто-то работает, а мы будем отдыхать. Всем спасибо, друзья. Всем пока-пока.